Кассини в последний раз отправил фото Сатурна. Сегодня зонд завершил свою 20-летнюю миссию. 20-летняя миссия зонда Кассини подошла к концу. Сегодня аппарат передал в последний раз фотографии планеты Сатурн перед тем, как зайти в атмосферу планеты сгореть, передает The Mashable. К настоящему моменту станция стала частью планеты. Издание сообщает, что после 20 лет работы топливо автоматической станции закончилось. Запущен был зонд Кассини в 1997 году для исследования Сатурна. Над проектом работали 5000 ученых. За все время миссии зонд преодолел 3-4 миллиарда километров, собрал 635 ГБ данных и сделал 453 тысяч изображений. Также станция обнаружила 6 спутников планеты и жидкий океан под твердой поверхностью одного из них – Энцелада. Ранее корреспондент Нет сообщал, что зонд Кассини запечатлел Сатурн с рекордно близкого расстояния. По материалам сайта news.com.